уничтожилось, что ли? Фу, все. Отлично. Да, не за что, чуваки. Взамен вы должны мне что-нибудь бесплатно отдать, да. Вот такая вот моя цена. Да, кстати, мы можем набрать себе быстренько союзников с помощью монолитов. Прикольная, между прочим, вещь. Но этим я займусь попозже. Так. Вообще, конечно, еще много чего предстоит сделать нам. Пока это не сделалось, подспой не закончится. Так. Давайте соберем нашу пряность и снова продадим ее. Так, заодно еще спамим еще тут хранилище. Лучше прям в городе. Что-то подлагивает сильно у меня. Так, ну, все нормализовалось. Блин, жалко, прям в колонии нельзя, но можем, по крайней мере, где-то рядом. Сейчас я тут небольшую защитку построю. Только попробуйте сунуться. Здесь топливной бак есть. Надо прикупить бы его. Только вот у кого можно купить? Подешевле. Хочется очень. Так. А 49 уже единичек пряности. Так. Я вроде им продал, уже не помню. Нет, кому-то рядом. Это точно не мне. Та-та-тан-та-та-та-та-тан. Так. Ну, похоже, уже предложение не в силе. О, еще как в силе! Вот это я понимаю сделка. На путешествие куплю себе. А, уже их 9. Так. Вот этим я, честно говоря, не понимал, как пользоваться с племенами, там, общаться. Как в контакт входить-то? Так, бизнесмен 5. Ну что же. Резко собираем пряность. Нам нужно побольше пряности. Покупатель не ждет. Надо действовать, пока предложение в силе. Да, кстати, вот как видим, вот здесь у нас направление фанатик. Я не помню, когда именно, но можно будет менять его, вот это направление с союзниками. Кажется, нескольких союзников надо завести. Ну ладно. Я уже забыл, честно говоря, как это делать. Давно делал. Но тоже, пожалуй, сделаем. Так, ладно, отправляемся в черную дыру. Только сейчас подзаряжусь немного. Да, прям такое оружие. Так, блин, нам нужен какой-нибудь военный союзник. Ну или хотя бы просто друг. А то эти мегабомбы, все это стоит дороговато. А мне уже пора завестись новым оружием. Хватит ржать.
Пищалка маленькая. Спасибо за бак топливный. Так. Вот у нас еще какие-то дружки есть. Приветствую вас. У вас есть что-нибудь полезное? Хоть пряность продать могу. Хватит говорить языком лузера. Бесит уже. Так, ладно, у этих тоже петухов нету ничего. Здесь у нас синяя пряность. О, здесь неплохая система звездная. Так, где у нас там еще? Вот. У них можно посмотреть. Ой, хоть у вас, надеюсь, есть то, что мне надо. Так, колонии, пербашня. Да блин. Ну, у вас одноглазые. Блять, тоже ничего нет. Они издеваются, блин. Так, у вас есть что-нибудь? Пошли вы. У вас тоже ничего нету. На тебе 100 тысяч, успокойся. Так, вот. Спасибо. Это то, что мне надо. Хватит ржать. Хватит пищать. Ну ладно, по полной закуплюсь тогда уже. Чтобы полный арсенал был. Так, ладно. Так, еще немного мы получим новое звание. Ну, единица остается до владыки. Да, я владыка. Бойтесь меня. Так. Мы быстренько потратили деньги. Как быстро заработали, так почти что быстро и потратили. Так, ну что же, пришло время забирать пряность. И продавать ее, естественно. Может, таких побольше планеток завести? С той пряностью. Хоть она и редкая, но... Я уж сколько их таких нашел полезных. Так. Ну что, союзнички? Вот вам очередная порция. Да ну нафиг. Теперь вы не хотите ее покупать. Какие же вы лузеры! Зря отказываетесь от товара. Господи, что так подлагивает? 14 тысяч нет, мало-мало. Блин. Что у меня сегодня лагает сильно. До приобретения мне считай легко. Вы вообще ничего не покупаете, блин. Напали. Я, короче, продам там и приду к вам. Так, ну опять пираты. Ладно, пофиг. Времени у меня нет, я прошел. До свидания. Спасибо хоть за это. Так, где эта черная дыра была вообще?
А, вот она. Блин, какого хрена ты ушел? Давай, попёр! Так, кому там помощь нужна? Да, ждете. Не дождетесь. Как всегда, наверное, почти что поздно. Где вы там? Награбленное добро. Почти ничего. Так, это все пираты? Стоять! Полиция! Ригофина. Стоять. Пряность тырят, а? Ладно, подумаешь, там немного стырили. Так, что-то защитки у вас нет совсем. Сейчас я вам прибавлю. Раз уж нападают сюда частенько, больше не сунутся. Что тут такое? А, ну деньги. Дерево мне не надо так уменьшать. Да, я знаю, что здесь такой вид, я его не размещал. Так. Вот так. Плюс 0, наверное. Нет. Красная пряность. А что у них красная пряность делает? Ха. Так. Здесь я подставил, значит, на верхней осталось. Так, ну все. Жители Ригофина, вы защищены. Не бойтесь. А, красная пряность. Так, интересно, так мы уже вот так вот до бесконечности тырить у них и продавать им, да? Прикольно. Наши же не разозлятся на то, что вот так вот случайно. Баг, конечно, очень прикольный. Но все же баг. Так, это раз две пряности. Ладно. Не будем издеваться над нашими союзничками, пускай довольствуются тем, что есть. Да я знаю, ойля, ойля. Так, давайте посмотрим. Значит, будем, наверное, войной завоевывать тогда. Так, артефакты тоже можно было бы собрать. Получили бы знаки отличия. Так, ну давайте посмотрим. Может, где-то тут есть планета с артефактом? Нет, здесь нету. Так, у них, конечно, тырить это нагло. Но у них нету, в принципе, ничего. Одна планетка тут. Егон один. Блин, что за скудные системы звездные по одной планете?
У всех тироиндекс нулевой. Так. А вот здесь кот живет. Цивилизация уже есть, а вот здесь есть артефакт. Кучеряется. Да я знаю, зачем мне говорить. Ладно, посмотрим, что за сигнал. А, ясно, краска. Да, неповторимые шедевры, конечно, навряд ли, но... Так, артефакт. У меня шедеврами хреново, конечно, получается. Так, что у нас? Шоколадный трюфель позволяет разместить шоколадную насыпь. А, ясно. Типа, вот, в виде такой вот спиральки красивой. Ну, такие вот всякие инструменты можно на всяких планетах находить. Их очень много. Ой, блин, ну нифига союзников-то повредили. Так, еще один артефакт найти осталось. Мы получим новое звание. Так, здесь нигде нет. Кова какая-то. А, во. Вот еще одна планетка, сейчас мы найдем. Так, все отлично, новое звание. Владыка или как там? Да. Я владыка ужаса, бойтесь меня. Нет, надо вот так. Я владыка ужаса, бойтесь меня. Ладно, хреново вышло. Так, теперь надо как-нибудь эти артефакты продать. Все равно бесполезно там кого-то искать. Ух ты, покупатель на синюю пряность. Она вы ближе всего, поэтому вам выпало счастье взять какую-то часть моих пряностей. Так, ну что же, владыка у нас есть. Я не помню, по-моему, рано еще переться прямиком в центр. Надо пересмотреть записи. Так, давай, туда иди. Так. А, кстати, уже да, мы до 4 кораблей можем с собой брать. Вскоре и до 5, вроде, если не ошибаюсь. Так. Давайте спросим наших... Нет, заданий еще нет. Ну или было оно, блин, я уже нифига не помню. Ну не важно. Пока будем развиваться, потом уже попрём. Так. Так, теперь надо найти покупателя на эту пряность. Так, что мне еще может дать знаки отличия? Так, надо много знаков отличия получить. До повелителя, а потом высшее существо. Так. Можем сделать несколько перелетов, 500 там. Получить двигатель. Артефакты собирать, исследовать. А, ну да, еще хоть.